Всем привет, с вами Секретный Геймер, и как вы видите, что это Майнкрафт для PSP-версии. Как его скачать? Вы должны найти этого парня, dov.playminecraft.php.edit.onalloy.us. Так, короче, вы должны найти ссылку, вы должны найти Medifier. Нажимайте, да. Медиафайр. Нажимаешь на него. Так. Сейчас. Так, надо пропустить. Надо нажать. Пропустить рекламу. Вот, пропустить рекламу. Надо нажать. Потом клик жизнь. Линк. Надо нажать, где фиолетовое. Нажимайте. Да, должен лад. Ну и так же, как Sonic выйдет Blast. Вы должны искать файл, нажать установить, и все, и вот все скачалось. Так, я буду еще вести обзорную игру. Так вот, та-дам. Так, вкусе. Это игра еще на русском. Да, офигеть. Так, вот мои миры. Sonic и Sonic. Хе-хе, прикольно. Так, прикольно. Давайте на это. Я вот поменял себе управление. Я пока там покопался по настройкам. Так. О, блин. Так, сейчас. Вот, вот так. Блин, ништясь. Все, я уже все решил эту всю проблему. Давайте найдем мир. Да, это же мой канал. Так, есть. Да. Так, все, берись еще один. Будет выживалка. Опять мир. Ну что, что я могу сказать об игре? Игра сохраняется. Нелагучая. Как видите. Короче, можно так управлять. А селект это прыжок. Почему я всегда могу поиграть? Игру Майнкрафт для PSP. Всем пока, с вами был Секретный Геймер. Ну, всем пока-пока.